С домом молодежи исчезнет знаменитое граффити, но лишь на полгода. Здесь середина августа, вовсю идут ремонтные работы, которых не было самой постройки. Сейчас подготовка к утеплению всего здания. На ремонт дома молодежи из областного бюджета выделили около 102 миллионов рублей. В новом виде здания предстанет в конце года. Мы к этому шли уже несколько лет. Мы очень много ремонтов сделали внутри. У нас появились классные, хорошие, креативные пространства. И в какой-то момент мы понимали основную проблему. У нас холодно. В тот момент, когда я пришел работать сюда, в молодежный центр, основная проблема – это был холод. Очень много жалоб. Мы с этим старались как-то бороться. После окончания работ вместо старого знаменитое граффити появится новое. Кстати, на прошлой неделе наш Дом молодежи получил награду как одно из 10 лучших креативных молодежных пространств в стране.